Смотрите в пятницу 9 февраля в 18:15 на телеканале «Самарахис» программу «О животных хочу домой». Вы увидите сюжет, стоит ли заводить шиншиллу дома. А если взяли, тогда смотрите, какие заботы у вас появятся. Советы специалиста, видеовизитки. Этим собакам нужен свой хозяин, любовь и ласка. Заберите собаку из приюта. И гость в студии. Беседа с заместителем директора Самарского областного эколого-биологического центра Светланы Поляковой. Тема программы – экзотические животные, их популярность в качестве домашних животных и как часто их отдают обратно в свою среду обитания и стоит ли это делать. Обо всем этом смотрите в пятницу 9 февраля в 18:15 на телеканале «Самарагис».